Бывший лагерь «Солнечный» выставлен на аукцион. Стартовая цена – 6 миллионов гривен. Этот комплекс не функционирует с конца 2006 года. Впрочем, у местной власти теперь появилась надежда на то, что после успешной приватизации эти здания простаивать даром, как они это делали последние 15 лет, больше не будут. Наибольшее это оздоровительное направление. Это был здесь все находятся, в этой зоне находится у нас 16 пионерских лагерей. Поэтому я думаю, что наибольшее это будет отдых для детей или отдых взрослых и детей. На земельном участке площадью 2 гектара расположены 2 спальных корпуса, столовая, кинотеатр, медицинский пункт и приемное отделение. Будущего владельца оздоровительного лагеря определит аукцион, который состоится 4 июня. Как отмечают в областном отделении фонда госимущества, стартовая цена формируется на уровне балансовой стоимости. Незалежний суб'єкт оціночної діяльності визначив цю ціну, оцінивши ці об'єкти нерухомості. В склад майна входить лише нерухомість. Ми відрецензували, ця ціна і стала стартовою. Це 6200, трохи більше 6 200 000. Сподіваємося, що вона зросте на аукціоні і стане ринковою за результатами аукціону. Я знаю точно, що до нас звертались декілька зацікавлених сторін. Знаю точно, що зацікавлені є. Впрочем, на аукцион выставлены исключительно строения. Земля будет находиться на балансе громады. Как рассказал глава Сергеевской ОТГ, вопрос с арендой или продажей земли будет подниматься после аукциона лично с инвестором. Также он отметил, что владелец будет иметь преимущество – первоочередное право на оформление данного земельного участка. Ми розуміємо, що зараз продається тільки майно і до державного бюджету піде кошти від продажу майна. Потім буде оформлюватися земельна ділянка. Наскільки я розумію на сьогоднішній день, в будь-якому випадку, ви знаєте, що вчора президент України підписав так званий закон 2194. Це практично нова земельна конституція, по якому те, що колись забрали у місцевих громад, 20 років тому повертають місцевим громадам. Александр Славский рассказывает, главная цель – это не только продать оздоровительный комплекс и пополнить местный бюджет, но и найти добросовестного инвестора, который готов строить и вкладывать средства в развитие инфраструктуры региона. На наш погляд, саме такий процес дозволить знайти найбільш ефективного інвестора. Це не просто людина, яка викупить і залишить за собою, як ті інші табори, які не платять орендну платню. Скоріш за все, людина, яка приймає участь в аукціоні і підвищує платню, буде схильна до того, аби вкласти гроші в розвиток цього табору. Напомню, оздоровительный комплекс для детей начали строить в начале 90-х, но по разным причинам достроить не смогли. За всю свою многолетнюю историю лагерь так и не принял ни одного ребенка. Трагедия и курорта Сергеевка, и этого лагеря, она одинаковая. Это был молдавский курорт, который в 1947 году, там, постанова Совета министров СССР, был выделен на 600 гектаров для Сергеевки. И это все строилось за счет средств Молдавской ССР. И вот когда наступили 90-е годы, очень долго, порядка, даже до сих пор еще не закончен вопрос перераспределения собственности. В областном фонде госимущества сообщили, что совместно с руководством ОТГ уже нашли 66 потенциальных зданий, которые не используются, но интересны для бизнеса. 21 предлагают взять в аренду и 45 приватизировать. Реальные результаты коллективной приватизации сможем увидеть через несколько лет. Кристина Черновалова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».